Здравствуйте, мы группа Space Machine, представляем город Бишкек, Кыргызстан. Наш стиль анимейшн стайл, робот. Ух ты, здравствуйте. Здравствуйте. Вы танцуете, поете? Мы танцуем. Ну, ребята, вы готовы? Да, мы готовы. Заряжены. А вы готовы? Давайте. Очень подготовленные, целеустремленные. И, знаете, немаловажно для танцора на сцене еще и выражение лица. А у вас прям очень четкие лица. Вы роботы были настоящие. Вы молодцы. Спасибо. Видно было, что вы работаете, серьезно любите свою профессию. Вот это танцы. Спасибо вам огромное, ребята. Спасибо. Ребята, вы молодцы. Такая техника у вас. Очень хорошо станцевали, и постановка у вас была очень красивая. Молодцы. Я бы, наверное, хотел бы поблагодарить вашего руководителя. Хорошую машину он собрал. Прямо вот чувствовалась цельность. Это не было простым там набором движений, это была целая композиция, это была целая история. Круто, молодцы. Спасибо большое. Space Machine, вам удачи. Я вам говорю «да». За такой космический номер я говорю «да». Спасибо. Большому кораблю большое плавание. Я говорю «да». Спасибо. Ребята, вперед! Космос, еще дальше, еще круче. У вас 4 «да», вы проходите в следующий тур. Спасибо большое. Космический Space Machine. На сцене шоу Central Asia's Got Talent.
просто невероятно. Зажгли, ребята! Вау, вот это да! Вау! Привет, ребят! Ну ладно, давайте сразу к судьям! Молодцы, ребята! Я как будто побывала в фильме ужасов. Конечно, крутой номер вы сделали. Гульнур, фильм ужасов продолжается. Молодцы, шикарно подготовились. Вы это сделали. Спасибо вам большое за ваш талант. Вы мастера своего дела. Спасибо вам большое. Наша команда – это дружная команда, где не только мы коллектив какой-то, не просто танцевальная команда, а семья. Одна семья, где мы живем вместе, едим одну еду и тренируемся. Целый день тренируемся. Наша постановка – это что-то новое для нас. Это эмоциональный такой позитивный стиль танца. Это для нас было что-то новое. Трудно было. Есть чувство ответственности. Вот это самое главное для нас сейчас. Потому что мы сейчас сконцентрированы на выступлении, чтобы удивить зрителей, чтобы удивить вас, всех-всех. Этот проект для нас – это вызов. Это вызов показать и удивить зрителей, показать наши таланты, на что мы способны, возможность осуществлять свои мечты, чтобы в дальнейшем была возможность развивать нашу команду. Мы хотим выиграть. Мы не просто так сюда пришли, мы не просто все это делаем. Мы к этому очень долго шли, готовились, трудились, через много чего прошли. И мы должны победить. Мы на это сконцентрированы.
snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Space Machine, Кыргызстан. Ребята, браво. В преддверии Нового года нам как раз не хватало такого праздничного настроения. Спасибо, что вы нам подарили его. Вопрос. Вы с таким успехом себя проявляете в хореографии на сцене, но, может быть, вам уже пора себя попробовать в кино? Да, конечно, мы думали об этом. Более того, после полуфинала были такие предложения. Но пока что мы акцентированы на этот проект, на этот финал. Возможно, после проекта подумаем. Надеюсь, вам понравилось наше выступление. Спасибо. Алавудин, а что вы скажете о постановке Space Machine? Знаете, сам проект Central Asian Got Talent доказал, что сегодня мало быть, как бы, быть артистом, в смысле, или танцором, или вокалистом. Это очень мало. Надо быть в совершенстве, то есть овладеть своим ремеслом, быть хорошим артистом в буквальном этом смысле слова, то есть овладеть актерским мастерством. Это у вас все есть. Молодцы, ребята. Браво! Спасибо. Нурлан? Да, все-таки помнится ваше полуфинальное выступление. 7 миллионов просмотров, это говорит само за себя. Поэтому, ребят, спасибо вам за это настроение. На самом деле, давайте жить дружно. Правда? Спасибо. Гульнур? На самом деле, очень талантливые ребята, молодцы. Они профессионалы, и они каждый раз это доказывают. И сегодня был потрясающий номер. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Ситора. Space Machine, вы для начала выбрали самый мой любимый фильм. Гринчи, я тебя обожаю. Каждая пластика, ребята, вы божественно танцуете. И у меня такой вопрос, Серик, потрогай, они машина по-настоящему или же живые люди? Боже, они так двигаются, Гринчи особенно. Живые. Серьезно? Настоящие. Тогда вообще вы крутые, ребята, вы шикарные. Ребята, пару слов вашим поклонникам. Кыргызэлим, кыргызэль, бизди колдогула, бизге добуш бергиле, сиздерге чоң рахмат, биз сиздерге ишенебиз. Сыймыктанабыз. Алга Кыргызстан! Если вы считаете, что именно Space Machine достойны победы, то отправляйте 06 на 50-21 или голосуйте в два раза дешевле на официальном сайте проекта centralasiagottalent.com. Только вы и ваша поддержка может сделать этих ребят победителями. Space Machine, спасибо! Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.